На, я заблочил, уклонился. Угу, давай. Тут что, это умение можно заряжать? О. Понимаю. А, ну, типа, в принципе, прикольно. В принципе, прикольно. Так, рыбное место. Апнуть. Апнуть рыбалочку. Надо, надо, надо. Где он там? Это вообще справа. Тут вот где-то. А, да? А я туда, походу, никак не попаду, да? По крайней мере, сейчас. Хотя, вот тут вот, не знаю. Можно забраться? Нельзя? Нельзя тут забраться. Замечательно. Подожди. Да ну... ну чел... хорош мне там выносливость тратить, Аморал. Блин, я сейчас сдохну. Ну почему ты на камень не хочешь забраться? Эй, ну чел. Слава тебе, господи, хоть тут выбросло. Да, выбрался. Угу. Так, отлично. Вот тебе рыбалка, блин. Пошел рыбачить и сдох. Угу. Я понял. Тут можно было немножечко побыстрее добраться, но ладно. Да, хорош, тихо. Что ж так, такой резкий? Ужас какой-то. Такое себя. Рыба ниндзя. Замечательно. Сколько у меня? 9 из 20. До второго уровня. Ну, до третьего, господи. Получается еще 5-6 рыб. Печально. Еще одна рыба ниндзя. О, другой какой-то. Илоед. Угу. Два процента шанса у него все на Илоеда. Карась. Так, сколько там осталось? Похоже, здесь почти не осталось рыбы. Развитие 39. Блин, а мне осталось 3 рыбы поймать. Ладно, давай в другом водоеме. Доловим. Ну поднимись ты, ёптить.
と一緒だ。きっと勝てる。いけ。ты охренел. Тихо там. Ну вы, конечно, вообще красавчики. Жаль, там где-то застряли. Стойка шкура. Че? Зона врагов 30 уровня. Ладно. Допустим. Да че ты там орешь-то? Все нормально. Успокойся. Можешь пиликать. Блин. Попробовать, не попробовать за этим, за сундуком догонять. Мне кажется, с этим мне не повезет. По-любому должны быть эти, кто охраняет сундук. Да, попробуем. Может, не знаю, вещи какие-нибудь выпадут. А может, меч выпадет. Блин, если был бы меч, это было бы вообще замечательно. Да и тем более карту открыть нужно. Так. На той стороне. Сюда. Жаб 10. Подожди. А где он? А, вот он на этом, на островке. Ага. А я смогу там подняться? Что-то я сомневаюсь. Ладно, давай попробуем. Ну да. Так, КП начало тратиться. Ага, я подняться только там смогу. Ладно, тогда попробуем сейчас по скалам, наверное, как-нибудь изначально. Тут нельзя. Тут мы не заберемся нигде. Вот это вот, в принципе, возможное место. Ну давай. О. Ага, а там на скалу дальше не забраться. Походу. Там вроде как стена прозрачная. Ладно. Тогда надо думать... Как мне до этого доплыть? До островка до этого. Точнее, нет, как доплыть-то я знаю, а вот как забраться на него? Это, конечно, хороший вопрос. Тут где-нибудь как-нибудь сюда спрыгнуть туда. Ну да, вот оно, походу. Очень похоже на то. Вот только опять же, тут стена прозрачная. Блин, а как мне на него тогда забраться? Что? Окей. Плеть из ротанга. Угу. А где ты там застрял? Он под водой был. Все нормально? В целом. Так. А демонов мы этих всех перебили, да? Там больше нету их. Печально.
Так что мне нужно многорогидиум на сейчас. Четырех еще добить нужно. Да. Угу. Тут же где-то, да, вроде были они. Стоять. А, ну вот они, они. Помер. Вроде резал, дамаг не наносился, но ладно. Катана. Так, это у нас лис. У нас лис. Это у нас не то, что мне нужно. Сюда. Давай. Отлично. Замечательно. Так, все, 10, да. Сейф. Тут у нас... А, тут у нас подъем. Так, ну все, в принципе, можно идти сдавать квест. Можно сбегать еще к этому, к сундучку снизу, посмотреть, что там. Тихо. А куда нам? Как мне туда пробраться? Пу-пу-пум. Подожди. Тут же подъема нету. Это ты мне предлагаешь все это оббегать? Ух ты, ёптамать. Серьезно? Ладно. Ну, блин, значит придется оббегать. В часике тишина сразу такая. Так, тихо, спокойно. То, блин, потом придется и это все оббегать. Сейчас по-умному. Так, тут. Тишина и покой. Ага. Не смотрю. Как же общение. Хорош. Да, все. Отлично. Так, скрой меч. Ты пафосно как убирает, а? Блин. Так. Что-то я его не вижу. Если честно. А, ну да. Да. Давай мне бонус. Испытание щитоносца. А теперь за сундучком. Что-то странно, короче. Типа на каждой локации свои сундучки, получается. То есть тут, ну, они реально максимально легкие, эти сундучки. Ага, а тут у меня 9-й уровень муравей. Ну, типа, и чё?
Ау! Блин, больно? Так. А сундук? А сундук у нас наверху, да? И нахер я их убивал? Может мне кто-нибудь дать ответ? Вот и я не знаю. Так, подожди. А точно ли наверху? Ну да, похоже на то. Ладно. Зона врагов очень высокого уровня. 14 уровень же. 13, 14, и тут босс. 16, 21. Да, ребят, я вас понял. Ага, давай, до свидания. Не буду я с вами сражаться, встаньте. Десятый, одиннадцатый большерок. Вот же тут не было, блин. Какого хрена? Пишите, Юджо. Ты мне вот скажи, где сундук? Наверху? Вверху чи не наверху? Вот наверху. То есть мне придется сейчас все это оббегать. Десятый. Как отсюда выйти? Хочу залезть наверх. Подожди. А, я Спайдермен, мне похуй. Угу. Так. Где-то там. Главное сейчас не упасть. Не-не-не-не-не. Блять. Ах, короче, нахрен этот сундук. Подожди. Как там телепортнуться? Статус, карта. А чё он мне так подлагивает? Странно. Подожди, а где у меня все маячки сейвов? Моя цель? Нет, я хочу телепортнуться. Показать, спрятать, назначить задание. Как телепортироваться? Подробно. Вот, переход. Да? Быстро перейти. Костер. Да. Так. Окей. Теперь мне по мейн-квесту куда? Система? Нет, не то. Задание. Факультативные занятия. Вернуться. Ага. Это, конечно, все хорошо, вот только... Можно мне, вот, как бы, мне, дурачку, сказать... Точнее, показать путь, куда мне нужно вернуться. Так, стоп. Ага, наверх. Все, побежали. Да.
Так. Все по тропинке, все правильно. О, блин. Жопушники. Кстати, секунду, вот я сейчас вспомнил кое-что. Не отряд, громкость, музыка, события, мощность. Это все не то. Вот камера. Хочу чуть дальше камеру. Во. Да, 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 ага. А, ну вон он вход, да? Единственное, сейчас сюда. Тут вроде как сейф-зона. Так, нет, не ты. Вот он. Отлично. Побежали дальше. Эрбалк сейчас можно прокачать. Так, где она? На мосту прямо. Ладно. Три перламутрника. Ой, господи, перламутрника, да, пасмурника. Так, и еще одну рыбу. Отлично. Отличненько. Рыбалка третьего уровня. Все. Теперь. Подожди, а почему нам туда? А, нам вон туда. Все, все, все. Жаль, быстро переместиться нельзя, но ладно. Ну да ладно. А, стоп. У меня тут сейф-зона, а почему нельзя переместиться? То есть я мог изначально сюда переместиться? Ладно. Будем знать. Ну, можно пока поспать, пока он загрузит город.
Как у вас вообще дела с учебой обстоят? 04, 379 год эры людей. Юджио, можешь напомнить мне правила Академии? Кирита, как ты мог их забыть? Тебе повезло, что тебя еще не исключили. Все ученики Академии Мастеров Меча должны следовать ее правилам. За их нарушение тебя могут наказать или даже исключить, так что будь аккуратнее. Так что нам нельзя делать? Ну, во-первых, нельзя ничего ломать на территории. Понял, значит, даже если разозлюсь, не стоит пинать стены или еще что-то. И еще действует комендантский час. Юджио, почему ты так на меня смотришь? Я просто беспокоюсь из-за одного постоянного нарушителя. Я правда так часто нарушаю комендантский час? Иногда я опаздываю, помогая Рине. Допоздна помогая Рине. Ну, короче, да, опаздываю из-за того, что помогаю Рине. Ты каждый раз так говоришь, и это происходит слишком часто. Правда? Ладно, я буду осторожнее. Не хочу, чтобы меня отчислили. Спасибо. Рад, что ты постараешься. Еще нельзя проявлять неуважение к элитным ученикам. Неуважение? Перерекаться или типа того? Уверен, и это тоже. Но тебя могут наказать за все, что покажется им неуважительным. То есть они могут наказать меня, даже если я ничего не сделал? Тебя за это не отчислят. Но тебя могут наказать сами элитные ученики. Как бы то ни было, перспектива пугающая. Кири, ты теперь-то понимаешь правила? Ага, целиком и полностью. Уверен. А, ну хотя там доказательств не было, что это они. Доброе утро, Кирита. У нас сегодня экзамен. Наконец-то. Как спалось, Юджо? Спалось бы лучше, если бы кое-кто не занимал меня своей болтовней. Извини. Все хорошо, было весело, и я многое узнал. Но нам пора. Первый экзамен, распределительный экзамен. Способности первокурсников проверяются 4 раза в год. Оцениваются фехтовальные, боевые формы, священное искусство и письменный экзамен. Скоро мы будем сдавать экзамен по фехтованию. Как и на экзамене при поступлении, нас ждет дуэль с инструктором. Нервничаешь, Юджо? Ага, немного. Все будет в порядке. Ты практиковался каждый день с Голгоросса, даже устроил тебе... А Голгоросса даже устроил тебе особую тренировку. Верно. Не скромничай, сейчас тебе нужно поверить в себя. Поверить в себя? Ага, ты справишься. Мы оба справимся. Да, увидимся, Кирита. Это же первокурсник Кирита. Опять покажешь свое диковинное искусство. Гумберт. Он не может не быть диковинным. Оно не может не быть диковинным. Это все, на что способен деревенщина. Но в академии даже для клоунов найдется место. Верно.
их неспособность понять дух высокого наркианского достойна жалости. Экзамен начинается. Вы потеряете баллы, если опоздаете. Простолюдин дает нам советы. Какое неуважение. Гумберт, не забывай, что простолюдины понятия не имеют о хороших манерах. Думаю, ты прав. Этих лучше игнорировать, хотя настроение не подпортить успели. Надо настроиться на нужную волну. Защита от вражеских атак, возможно. Ну, это мы знаем, да. А, погоди, или я успел? Нахрен. Какие блоки? Все, ребят. Он ли уклонение? Это же Кирита. Серьезно, а ты... Окей. Идеальный шаг. Ай-яй-яй. А, или погоди, он мне не нанес дамаг. Прыгай. Да нет, отлично. А, выполнить идеальный блок не менее 5 раз? А как мне его выполнить, в смысле? Можно я его просто одолею и все? Вот, 1 из 5. Я так понимаю, я не сдал, да, экзамен? Сука. Ну я его отпинал, алё, какие блоки? Зачем мне блоки, если я могу уклоняться? Я его отпинал. Чего мне нравится? Я только потом уже увидел то, что нужно было 5 блоков поставить. Это нечестно. Сука. Почему? За что? Что мне сейчас скажет? Иди нахрен отсюда из этой академии. Ты нам не нужен. Гумберт Жижик. Старший сын дома Жижик. Жижка. А Жижка. Используешь традиционный высокий стиль. Высокий неркианский. Обожает издеваться над менее знатными дворянами и простолюдинами. Ну давай, грузись уже, алло. Кирито. Ты отлично показал себя, Кирито. Юджио, до тебя мне еще далеко. Мы с Юджио вошли в десятку лучших.
Мы оба отлично справились. Я рад. На последнем экзамене нам надо выйти в 12 лучших и стать элитными учениками. Но чтобы попасть в Центральный собор, придется стать еще сильнее. Я рад твоему энтузиазму, но постарайся не перенапрягаться. В смысле? Я и так особо не напрягаюсь. Я о том, что не стоит замахиваться на то, что тебе не по силам. Да, ты прав. Райс 13-й, Гумберт 12-й. Мне на них плевать. Готов признать, что болтать они умеют, но и только. Ага, я не видел их в бою, так что судить не берусь. Ладно, письменный экзамен и священное искусство уже завтра. Юджо, помоги мне. Ты думал, что сможешь опять все зазубрить за одну ночь? Что я тебе говорил? Ну зачем делать письменный экзамен? Согласен, Кирита. Даже в игре, блин, есть письменный экзамен. Бесит. Так. Говорят, этот. Слушай, Юджи, у тебя есть время поговорить о священных искусствах? Да, конечно. Священное искусство — это заклинания. Они всегда начинаются словами «системный вызов». Прочитав заклинание, ты создаешь элементы, которые можешь использовать. Чтобы читать заклинания, тебе нужна рассеянная в воздухе священная сила. Источником силы могут быть свет Соус и Луны, или Земля. Значит, во время дождя или вечером доступно меньше священной силы? Именно. Получается, погода сильно влияет на ход боя. Стоит запомнить. Существуют следующие элементы. Вода, жар, свет, лед, вода, ветер, тьма, кристалл и сталь. Ты используешь их силу, высвобождая элементы с помощью заклинаний? Да, но есть один важный момент. Без верных слов заклинаний ты не сможешь создавать или высвобождать элементы. Понял, значит, нужно запомнить верные фразы. Мне так плохо давалось запоминание заклинаний Вала. Ты справишься, они не длинные, так что их легко запомнить. Я хочу сконцентрироваться на владении мечом, но придется подучить и заклинания. Тогда начни с чего-нибудь вроде создать световой элемент. Ты сможешь создать до 10 элементов, по 5 в каждой руке. Ясно. Затем я использую слова заклинания, чтобы высвободить их. Верно. После создания скажи «высвободить элемент», чтобы высвободить их. Есть несколько разных способов высвободить элементы. Например, «лети прямо» освобождает элемент в полет по прямой. Отправляет элемент в полет по прямой. Но тебе необходимо отправить их по прямой. Но тебе не обязательно отправлять их по прямой. С помощью «Лети по дуге» можно направлять элементы по дуговой траектории. И да, чтобы все сработало, в самом конце надо сказать «выполнить». Как же много надо запоминать. Да, пожалуй. Давай учить слова заклинания вместе. Давай. Кирита, как всегда. Спасибо, что помог мне освежить знания, Юджо. Рад был помочь. Но если что-то забудешь, можем все повторить перед экзаменом. И? А.
Я случайно нажал на клавишу назад. Обычно я запоминаю вопросы на экзамене, только если зубрю всю ночь. Серьезно? Ну тогда ты точно все забудешь после экзамена. Ну, в этот раз я постараюсь. Я надеюсь. Через два дня. Точнее, через день. Привет, Медина. А сегодня жаркий денек. Не особо. Я привыкла к жаре. О, хотел бы я сказать то же самое про себя. Я просто плавлюсь. Кстати, я тут вспомнил, что в столице есть лавка, где продают холодные коктейли. Мы с Юджо пойдем туда в следующие выходные. Присоединишься, Медина? Нет, я занята. Ну ты зануда. В заведении с милейшим котом подают отличные напитки. Что? Я правильно расслышал? Ты чего раскричалась? Ничего. Мне это совершенно не интересно. Твои шутки со мной не сработают. Пока. Что за бес в нее вселился? Не помню, чтобы я шутил. Ладно, пошли в академию. Кирито, есть минутка? Мне нужна твоя помощь. Конечно, что такое? Опять полгода загрузки. Ты же давно не учил меня стилю Айнкрат? Да, став пажами, мы тренируемся со старшими учениками. Я хочу потянуть свой стиль Айнкрат перед следующим экзаменом. Приемы Голгороса очень мощные и действенные. Но ты был моим первым учителем. Я польщен. Честно говоря, мне уже давно хочется снова с тобой потренироваться. Я рассчитываю на тебя, Кирито. Предоставь это мне. Ну погнали, Юджу. А теперь я. А теперь я. Чё? В смысле, а чё он сделал? Джиджи. Стиль Айнкрат и правда создан для боя, и мне просто овладеть в совершенстве. Правда? Ты с ним разобрался. У тебя хорошо получается. Ты научил меня множество приемов, и я отрабатываю каждый из них. Множество? Я не учил его всему. Приоритет моего меча еще недостаточно высок.
Меч с высоким приоритетом. Может, что-то вроде синей розы Юджио? Но он не сможет им пользоваться, если меч будет у меня. И как же мне его учить? Кирито, странный ты тип. Чего? Казалось бы, ты лишился памяти, но отлично помнишь все, что касается фехтования. Тебе прямо на роду написано быть мечником. Но почему ты все забыл? Не знаю. Может, произошел несчастный случай, я ударился головой? Раз так, где-то тебя могут ждать друзья и семья. Ну, возможно. Асуна. Слушай, Кирито, ты... Что я? Забудь. Давай передохнем. А потом мы снова за тренировку. Неплохая мысль. Да, блин, это, конечно, печаленько. Ну давай уже, эй. О, да, это же Медина. Она сражается на мечах с учителем? Ее меч просто порхает. Довольно. Поединок окончен. Ваше фехтование впечатляет, первокурсница Медина Артинанос. Но ваш стиль боя еще грубоват. Вам нужно тренировать разум. Ясно. Я займусь этим. Потрясающе. Она сражается с учителем на равных. Более того, она побеждала. Ну, я пойду. Спасибо. Ты потрясающая, Медина. А, это ты? Тебе что-то нужно? Ничего, я просто шел мимо и увидел твой поединок. Понятно, и? Меня впечатлила твоя скорость и владение мечом. Ты могла победить. Если ты пришел поболтать не по делу, то я ухожу. Холодно, как обычно. Постой, нужно лишь придумать. Чё? Нужно лишь придумать какое-то дело, да? Тогда... Мне ни к чему задерживаться, так я и думала. Постой. Кирито прям подлизывается. Что это было? Кот. Медина? А, это ты? Он плохо выглядит. Может, голодный? Надо его покормить. Ты вообще о чем? Ты же знаешь, что диких животных кормить нельзя. Что? Серьезно? Только не говори, что ты не в курсе. Кажется, я один раз покормил бродячего пса. Я нарушил табу, сам того не зная. Конечно, я в курсе. Как же иначе? Мне плевать, если тебя поймают за нарушение индекса табу. В любом случае, мы ничего не можем ему ничем не можем ему помочь. Очень жаль.
Медина, ты хочешь ему помочь? Мои чувства не имеют значения. Это невозможно. Ты слишком быстро сдаешься. У меня есть идея. И какая же? Если кормить бродячих животных запрещено, то почему бы тебе не взять его себе? Взять себе? Тогда он больше не будет бродячим. Хозяину же не запрещено кормить свое животное. Конечно нет. Как бы тогда жили фермеры? Верно. Так почему бы тебе не объявить этого кота своим, чтобы спасти его? И если я буду кормить его каждый день, то спасу от жестокой судьбы. Могу я тебя погладить? Ля, милота какая. Какой густой мех. Обещаю, я буду тебя защищать. Assassin's Creed 2, какая же шикарная игра. Грустно так стало сразу. Но музыка. Не понял, при чем тут ассасин, но ладно. Я слышу ласковые нотки. Я не ношу еды с собой. Схожу и поищу еды в комнате. У меня кое-что есть. Вяленое мясо. Думаю, коту такое можно. Спасибо, но почему у тебя всегда с собой вяленое мясо? Ну, на всякий случай. Держи. Это тебе вон от того обжора. Эй, чего сразу обзываться? Вкусно? Теперь я буду каждый день тебе что-нибудь приносить. Да и себе смотрю коллекцию, аудитора. Прохожу правильно. Ни за что бы не подумал, что Медина любит кошек. Приятно узнать, что она все-таки умеет улыбаться. Так, начнем с создания жара. Хорошо. Создать термический элемент. Наверное. О, у меня получилось. Хорошо. Теперь я попробую. Создать термический элемент. Юджо, у тебя тоже получилось. Да. Теперь нужно его как-то высвободить. Ага, начнем с обычного высвобождения. Форма элемента. Стрела. Лети прямо. Выполнить. Я сказал ему принять форму стрелы, но он улетел, не изменив форму. Ну да, это умение более высокого уровня. Ты не читал учебник? Читал, но думал, что у меня получится, если постараюсь. Ты забыл, что сказал учитель? Сначала надо отточить умение. А, да. Для использования священных искусств нужно права управления системой. Ах, да. Значит, доступные тебе священные искусства ограничены уровнем мастерства. Все верно. Поверить не могу, что ты забыл такую базовую вещь. Я до сих пор переживаю кое за... Из-за кого? Чё? Я до сих пор переживаю кое из-за кого, кто не может нормально создать лед. Эй, это было некрасиво. Но думаю, тут я могу себя прикрыть. Ты сделаешь это для меня? А зачем еще, друзья? Конечно, я помогу тебе с тем, что у тебя не получается. Спасибо, Юджио. Я очень тебе признателен. Хорошо, тогда я предоставлю создание льда тебе. Эй, не сдавайся, даже не попытавшись. От этого зависят твои оценки. Ты прав. Значит, мне нужно поднять права как можно выше. С
Стрим, наверное, завтра будет. Ну, блин, смотря какое самочувствие будет. Затем Юджио вызвал инструктора, и Кирита остался сам по себе. Вызвал инструктора нам. Рина? Привет. Кстати, вы с Юджио отправились со мной... Вы с Юджио отправитесь со мной на еще одно факультет... Вы отправитесь с Юджио со мной... Бля... Все, у меня язык нахрен заплетается. Кстати, вы с Юджио отправитесь со мной на еще одно факультативное занятие? Да, конечно. Спасибо. Урок пройдет на частной земле, принадлежащей дворянам. Ясно. Я спрошу Юджио. Уверен, он не будет против. Спасибо. Рада слышать. Знаешь, как стыдно? Разумеется, я пойду. Отлично, тогда давай готовиться. Но как-то странно. Что именно? То, что мы будем убивать зверей на землю к дворян, напомнило мне о твоем вопросе. Помнишь, ты спросил учителя, почему народ империи делится на дворян и простолюдинов? А, точно. И учитель ответил... Он процитировал пророчество церкви Аксиом. Оно звучит как-то так. Однажды из четырех проходов в крайних горах Северной пещеры, Западной лощины Южного коридора и Восточных врат хлынули силы тьмы. Чтобы защитить наш народ, все стражи и воины должны выйти на бой и победить этих ужасных существ. Дворяне поведут за собой армию. Они должны готовиться и тренироваться каждый день. Прекрасно продекламировал. Отлично, Юджио. Это очень запоминающиеся слова. После них остальной урок уже был ни к чему. Недоумеваешь, почему мы должны биться со зверями вместо подготовленных дворян? Именно. Они что, собираются наплевать на свои обязанности? Я бы понял, заболели они или что-то типа того. Сомневаюсь, что они слегли от хвори. Думаю, стражники не справятся, потому что дворяне им не помогают. Не справляются. Тогда какой от дворян прок? Хотел бы я знать. Прости, ничего, нечего об этом сейчас думать. Надо собраться и встретиться с Алтериной. Да, ты прав. Так. А, ну да, вроде. Да, вроде оно. Подлагивает картинка. А чё он тут прям так? Северная Центурия. Ну ладно. Стоп. Не поговорить. Стоп, а куда мне нужно бежать? Ага. Туды. Ну, туды так туды. Так. На карету. Угу. Ну-ка, ща. Оружием. Да. Так. Нет, можно мне продать... Вот я вот думаю, плеть мне в принципе же, наверное, не нужна, я ей не пользуюсь. И вряд ли буду. Типа... А кто у нас с плетью вообще был в САО? Плеть. Я не помню, кто у нас с плетью был. А, с плетью этот был. Ну, потом узнаем. Да, рыцарь. Так, ладно, это тогда продаем. Клеймор. Вот хрен его знает, кстати, продавать, не продавать. Пока ставим, ладно. Все, поехали. Может, сейчас еще сундучки полутаем. Что-нибудь выпадет.
Вообще нужна бронька. Прям бронька нужна.